Можно... Давай так, 150. Прекрасно, 150, да. 150. 150, да. Самая адекватная девушка. Самая адекватная. Сколько вы хотели бы, чтобы ваш мужчина получал? Ой. Ну, давайте. Я хотела бы вообще мужчину. Ну, если в Брянске, то я думаю, 40. Мне что-то все адекватные попадаются. Здравствуйте, вы на канале «Легкие деньги». Меня зовут Александр Губарев. А со мной парень, который хотел украсть у меня деньги в прошлом ролике. Ссылка будет в описании. Сейчас он вам об этом, обо всем расскажет. Здравствуйте, меня зовут Александр Петров. В прошлом видео я стырил у него деньги. Решил пранкануть его. И теперь мы как бы договорились и работаем вместе, снимаем вместе ролики. А о сегодняшнем ролике, что будет сегодня в ролике, расскажет он. Мы, в общем, сейчас будем ходить опрашивать всех девушек, женщин, сколько должен мужчина зарабатывать денег в семье. Погнали. Ты же сказал, будешь делать, погнали. Смотрите, у нас рубрика такая. Мы опрашиваем женщин, девушек, сколько хотели бы, чтобы ваш мужчина зарабатывал. Или будущий, или нынешний. Что за сложный вопрос? Вы считаете, что у нас нет мужчины, да? Нет, у вас есть мужчина. Так вот, сколько бы вы хотели бы, чтобы он зарабатывал? Ну, я не знаю. Нет предела совершенства. Это сложный вопрос, на самом деле. Алиса, ну, вы бы как хотели. В месяц или в день? Давайте в месяц. В месяц? Ну, не знаю, Алиса, сколько бы ты хотела. Ну, ты говори, вот видишь микрофон. Говори, ну, не знаю, ты 70 хотя бы. 70 тысяч. Угу. Хорошо. А еще такой вопрос. Что вы готовы дать взамен? Любовь. Что же я могу им еще дать взамен с двумя детьми? Сколько бы хотели бы, чтобы ваш мужчина зарабатывал? Я думаю, в Брянске будет достаточно 1030. Сколько? 30 тысяч. 30 тысяч. Хорошая цифра. А что вы готовы дать взамен? Работать тоже и быть хорошей женой. Классно, классно. Спасибо за участие. Что вы хотели бы, чтобы ваш мужчина зарабатывал? Ну, по крайней мере, больше, чем зарплата учителя. А сколько учителя зарплата? Ну, около 15 тысяч. Ну, в общем, чтобы 20 зарабатывал, достаточно будет, да? В принципе, достаточно. Понятно. А что вы готовы дать взамен? Во-первых, я тоже самодостаточный человек и тоже, в принципе, зарабатываю нормально. Но при этом все-таки любовь, заботу, ласку. Все, что может дать именно женщина своему мужчине. Сколько бы хотели бы, чтобы ваш мужчина зарабатывал, будущий или нынешний? Он хоть вообще зарабатывает. Не важно, сколько. Вот цифра. Чтобы было достаточно на нашей покатушке. Ну так, раз в месяц гонять в Сочи. Это класс. А в цифрах сколько это? Ну, как, смотря как сгонять. Хотя бы бюджетненько, чтобы, ну, 1050-80. Ну, так, чтобы дома можно было посидеть или не париться, да. В месяц? Можно, давай так, 150. Прекрасно, 150, да. 150? 150, да. Классно. А еще вопрос, а что вы готовы дать взамен ему? Все. Любовь. Безграничную. Классно, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Большое. Мужчина, сколько должен зарабатывать ваш? В Брянске? Да где угодно. Ну, если в Брянске, то я думаю, 40. Ну, типа, на жизнь хватит. Но для комфортной жизни, я думаю, 50-60. Классно, хорошо. А вы? Не знаю, наверное, так же. 60 тысяч. Хорошо, а что вы... Для комфортной жизни. Ну, а вы хотели бы лучше? А кто не хочет? А вы не хотели бы? Да, хотел бы, конечно. А что вы готовы дать взамен? Мужчине? Да, мужчине. А можно вам вопрос встречный? Давайте сейчас ответьте, и встречно сколько угодно вопросов не можете задавать. Что готово? Ну как, что готово? Ну, тепло, заботу, ласку. Что, а что вообще мужчине-то нужно? Что вы готовы дать женщине? Вопрос такой мы сейчас опрашиваем девушек. Сколько бы вы хотели, чтобы ваш мужчина зарабатывал, будущий или нынешний? Да я с ума в состоянии заработать. А у тебя ну, как? Без разницы. Мне кажется, это не имеет значения. Не, конечно, как миллион просят. Ну, не знаю, для, допустим, если в Брянске, то, не знаю, 1100, наверное, это будет вполне достаточно. Смотря где жить. Понятно, а у тебя как?
Ну, я не знаю, мне кажется, что деньги вообще не решают. Ой, что ты? А, стоит с этим айфоном. Давай в цифрах. Ну, я не знаю, смотря где жить, ну, правда, если брать. Вот здесь, в Брянске жить. В Брянске, наверное, 1100 где-то, может, нет, ну, 200 ты загнула. 170, я думаю. Понятно. Хорошо, а что вы готовы дать взамен? Себя. А еще что? Какая-то неприличная. Я не знаю, как это объяснить. Ты любишь человека, и ты готов для него все. А в 6 утра ему завтраки готовить. А ты готова завтраки готовить в 6 утра? Да, готовила уже брату. Не слушай. Я же сказала насчет тебя. Понятно. Спасибо большое за участие. Да, до свидания. Вопрос такой. Сколько бы вы хотели, чтобы ваш будущий мужчина зарабатывал или нынешний? А ты потом в YouTube, да? Нет, не в YouTube. А куда? В YouTube. Ну, вообще хорошо, что было бы 80 тысяч. Так. А то хотя бы 40. 1040. 40. 100. 100 тысяч. Да. Ладно, 110. 110. 120. Хорошо, а что вы готовы дать взамен? Я как бы тоже могу зарабатывать. Сколько ты зарабатываешь? Каждый день. Вообще сейчас я зарабатываю около 8 тысяч в месяц. Классно, я тебя поздравляю. А сколько тебе лет? 16. Классно. 8 тысяч в месяц, это для такого возраста, это хорошо. Получал ваш мужчина сколько бы вы хотели? Ну, 30 тысяч, если в Брянске. Ну, а так, для хорошей жизни? 100. 100? Да. А ты? Думаешь? У тебя нет мужчины. Не знаешь? Нет. Ну, будущий муж сколько должен получать, чтобы обеспечить семью тебя? Не знаю. Сколько ты сказала? 23. Ладно, а что вы готовы дать ему в ответ, мужчине своему? По дому что-нибудь делать. Что? Убираться, готовить. А что еще мужчине надо? Детей воспитывать. Понял, ладно, спасибо. Сколько вы хотели бы, чтобы мужчина получал? Ну, от 35 тысяч хотя бы. Ну, а прям, чтобы тебе хорошо было? Чтобы мне было хорошо, 1080. Хватит? Да. Да. Вполне. Двое должны работать всегда. Согласен, согласен. Да, должен быть общий бюджет, но как бы мужчина может будет больше зарабатывать. Он как будет бы, явно больше нас зарабатывать, да. Вот что мы знаем, поэтому... Хорошо, а что вы готовы дать ему в ответ? Свою любовь, и ласку и заботу. Да. И также деньги. Свои деньги, общий да. бюджет. Правильно, я ладно, сказал. Спасибо. Не за что. Вообще не важно. Ну, примерно цифра. Ну, 50 тысяч. 50 тысяч, уверена. Хорошо. Что ты готова дать ему взамен? Что ты готова дать ему взамен? Не знаю. Ну, любовь, там, чувство, что? Ну, да, любовь, чувство. Ой, ладно, спасибо. Что вы хотели бы, чтобы получал ваш мужчина? Чтобы он хоть... Сколько получал денег? Больше, чем я. Ну, сколько в цифрах? 100 тысяч. 100 тысяч. Точно? Да. Хорошо. А что ты готов дать ему в ответ? Что он захочет. Ну, а именно? Мои 100 тысяч. Понял, ладно, спасибо. А вы про цифру? Я думала, мы про чувства. Шоколадочки, там, ага, кафешечки, ага. Там, розочки разложил, там, хотя бы раз в месяц, минимум. Ребят, вы все слышали сами. Оставляйте свое мнение в комментариях, не забудьте подписаться на канал и жмите гребаный колокольчик. До скорой встречи, до скорой встречи.